А в этом топовом ролике сегодня школьник выбирает вот этих ребят. Спасибо за лайк, пиши комментарий и попадай уже в следующий ролик. Всем здорова, дорогие подписчики, с вами, как всегда, Димка, а также Донька, и мы продолжаем играть GTA 5 онлайн, а это рубрика «Эксперименты, связанные со ступеньками». Кукусяндр, ребята. Да, ребята, сегодня наша задача подняться на 36 ступенек, поставить кучу экстра баллов, ну и, конечно же, ребята, победить. Помогайте мне в этом в комментариях и обязательно ставьте лайки, не забывайте подписываться на канал. Ну и также не забывайте нажимать на колокольчики, должны стоять все уведомления. Ну а на первый раунд мы будем спавнить рандомные тачки, поэтому прямо сейчас спавню первую тачку, это не считается, пожалуй, удалим. Желаю тебе удачки, братишка, и давай смотреть. Так, первая тачка, ну-ка. А, это не считается, так, ладно. О, вопит. Только это такой вопит, себе вопит. Так, в принципе, готово, все, поехали. Минута на все, просёк, первый раунд, погнали. Пробуем, как минимум. У меня вообще не едет. А, я напоминаю, ребята, надо забираться как можно дальше для того, чтобы набирать баллы. Потому что по окончанию баллы суммируются, и мы... И мы узнаем победителя. Так, я заехал, отлично, седьмая ступенька моя. Ты на моих остатках, да, пытаешься? Да-да. Блин, ну такое. Ну ладно, седьмая ступенька у обоих. Хорошо, допустим, 30 секунд позади. Осталось все еще 30 секунд. Ну такое. Давай, блин, ну что-то вообще не хочет ехать она. Ну пробуем, ну-ка. Я понял. Ну, кажется, тут все. Хотя подожди, есть у меня еще варик. Нормально поехал. Получилось. Жопа сломалась, чисто под конец уже заметил, что такое возможно. Я понял, еще попыточка. Еще одна попыточка. 56, 57, 58, 59. Ну все, уже время вышло. У меня седьмая, у тебя седьмая, у меня восьмая. Переходим на второй раунд. Я уже спавню три тачки, ты две тачки. Так, самолет не считается. Так, Range Rover, вторая. Ну-ка, чё? Ну-ка, чё? Ну-ка. Кстати. А, у тебя Dragster. Так, у меня McLaren вторая. Так, первая, а еще что? Вторая. Да ладно. Мам, ну здесь... Блин. Ну, я выберу, ладно, наверное, McLaren, потому что у меня выбора так такового нет. Оранжевый не поднимается, а та была слишком низкая. Блин. Ты что берешь? Ладно, рискну, возьму это. Рискнешь. Окей, поехали, пробуем. Давай. Пробуем. Ну-ка. Так, отлично. Поднимается. Поднимается, хорошо. Так. Поднимается хорошо, да, именно та тачка, о которой я и думал. Ну, ты тоже хорошо поднимаешься, это прям меня не радует. Она потому не как... Радует. Ну, подожди, я еще пока тоже не отстаю. Ну, я понимаю. Давай, отлично. Отлично, так... А, все, что ли? На девятой ступеньке. Нет, приехал, я не верю. Да? Я не верю, давай, пробуй. Так, у тебя одиннадцатая. Ну, слушай, на одну плюсом будешь, да? Так, а сломать бы капот? А, ты на двенадцатую забрался. Так, давай. Отлично. Ползи, так. Как можно меньше дать ему баллов, как можно меньше забираться больше. Давай, 46 секунд позади. Ну ладно. Давай. Давай. Ёлки-палки, ты же там уже была, ну. Давай. Да давай. 57, 58, 59. Но я не заехал. Я не заехал, у меня 11-я ступенька, у тебя 13-я. Ну, а на третьем раунде я уже буду спавнить 2. К сожалению, тачки ты 3. Так, Венер 1 у тебя. Хорошо-то как? Хорошо-то как? Так, у тебя, в принципе, все седанчики. Окей. Седанчики? Ну, суперкары, точнее. Поехали. Все время запустил. А тебя он поднимается или нет? Я не знаю, я хочу ее испробовать. Сейчас увидим. Ну, мой точно должен хорошо поехать. Ой, серьезно? Пфф, ты врезался, все? Пятая ступенька? А, не, нормально. Стоп. Стоп! Че, ты не едешь, что ли? Вот эти ваши замененки вот этих вот геликов 6x6 так бесит, потому что это не тот гелик, он не едет. Ну. Просто это аддоны и дофига. Ну, аддоны, да, но это не тот аддон, который нужен. Хотя, в принципе, поехал. Но он поломался и поехал. Слава богу, так, все четко едем. 40 секунд позади, слушай, у тебя была, получается, 13 ступенька, я ее уже покорил. Будет ли новый экстра балл? Ну-ка. Да, отлично, заехали. 14... Фига, ты поехал. Ты уже на 10-й? Ну, я ехал на 11-й себе точно. На 11-й уже. Это очень хорошо. А, по времени 54, 55, 56, 57. И я не заехал, и время вышло. Четвертый раунд, я спавню 3 тачки. Так, самолет не считается. Так, первое.
Малютка. Ну, такое. Вторая. Так, и третья. Я даже не знаю, что брать. Я точно возьму не ламбу. Возможно, возьму вот эту вот тачку. Вдруг повезет. А так, вот это мы удалить. Бах, все, короче, я готов. Ты готов? Ну, поехали, попробуем, да. Время обнулировали. Погнали, пробуем, роданчик, давай. Желаю тебе удачки. Давай, давай, давай. А, что? Тоже. Что, все? Я совершил ошибку. Она цепляется! Да? Да. Третья ступенька. Серьезно? Ну, капец. Мне нравится, а я уже ничего не сделаю-то. Я не знал, она, короче, коллизии цепляется, понял? Ладно, просто понял. Даже когда ты едешь прямо. Я не уехал. Блин, вот это обидно. Так много баллов ты отыграл в предыдущий раз и так плохо все слил. Она типа... А, она вообще цепляется полностью теперь. А ну-ка, если починить ее, допустим, но она не поедет, мне кажется. Третья ступенька в моем случае. Ладно, тут уже все понятно. У тебя пока что там, давай посмотрим. Ты пока на восьмой ступеньке. Остается у тебя не так много времени, 7 секундочек. Заедешь ли на девятую? На колесики могут. Нет. Восьмая ступенька. У тебя колесики, да, чисто маленькие. А мы переходим на следующий раунд. Две тачки у меня. Так, поезд не считается, слава богу. А таким тачкам я не доверяю. Поеду я, пожалуй, на вот этой. Так, это вторая у тебя. Пока не считается. Да ладно, чит Бугатти! Серьезно! Понимаю, поехали, why, время why. Запустил. Но на самом деле он особо-то и не поднимается. Серьезно? Прошло 9 секунд и на 16-й уже. 9 секунд! Просто 9 секунд! Капец! Повезло тебе! Она не забирается, короче, в общем. Да? Но у меня 5-я, а нет, 6-я. Слушай, ты просто за предыдущий раунд 5 баллов отыграл, сейчас еще 10 баллов отыграл. Просто жесть какая-то. Мне нужна реактивная тачка срочно. Ну, да, понимаю. Так, 35 у меня пока что секунд на экране. 16-я ступенька, жесть. Но тут тоже он не поедет, мне кажется. Ну хотя бы 1 балл, дай мне 1 балл, дай хотя бы 1. Ну понятно, короче, 6-я ступенька и 16-я у тебя. Итак, ребята, переходим на, получается, мы уже 6-й раунд. И я спавню тачку. Опа! Фига! Неплохо, неплохо. Кстати говоря, вообще хорошо. Так, о, и... слушай, неплохо. Еще и монстр трак. Прикольно. Но он не поднимается особо, да? Слушай, я хочу на Т проехаться, на Митсубиси, потому что давненько я его не видел. Вот, а ты что выбираешь? Я еще одна сейчас спавню себе. Ну, в общем, ну, Лекс, да. Такое себе дело. Я понял. Готов? Поехали? Поехали. Поехали, пробуем. Короче, ребята, сейчас главное полететь, как и ты. До 16-й ступеньки. Да! Да, 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 да. Нет, нет, нет. А 11-я, и то вряд ли. Хотя не заедет. Или нет? Блин, вообще так тупо. Да, заехал, слава богу. Так, 11-я. Да. Слушай, ну это как чит. Непонятно вообще. Впервые на нем еду. Он и не запрыгивает особо, но что-то пытается. Такое. Так, да, давай. Да давай ты. Я понял. Ладно. Шансы есть кое-какие другие. А ну-ка, давай попробуем. Да, капец. Ну да. Не, мне кажется, у меня 11-я. Ты уже здесь. Жесть. Понимаю. Не представляю. Ага, ты на 12-й уже. Давай. Времени 55 секунд. И, да, кажись, все же. Ну, последний раз пробую. Если нет, так нет, давай. Ну да, я все же. 14. А ты заехал. 14 и 11. Ну а мы переходим на 7 раунд и снова я спавню. А, у меня монстр трак заспавнился. А у тебя круговорот, понимаю. Да, получается, тачка, да? Фига. Тачка, круговорот, события. Прикольно, да. Понимаю. Так. А у тебя, кстати, мэтр. Мэтр, прикольно. Так, ну у меня еще одна была. А, Олега не буду брать. Ну все, я беру тогда книжно Брокни. Давненько мне не падало и наконец-то выпал. Окей, поехали. Да, поехали. Пробуем. Вопрос, кто заедет дальше, ты или я? Ну-ка. Ну, ты мэтр не обижает, он тебя давай. Подохает. Подохает, что? Мне кажется, да, он да, и да. Такой безобидный, что он даже букашку не тронет. Давай, 16-ю. Просто идеально проглотил твою тачку и еду. Хорошо-то как. 22, братан. Поставил новый экстрабал.
Новый экстрабал, который дает мне 10 баллов по окончанию. Так, 23, отличненько. А ты далеко, кстати говоря. Далеко, так отлично. Ну, понятно. Брокини, это единственное, кто может догнать, это танк, наверное. Ну, либо, да, и Драгстера. Вот. А Ламба, кстати, не догонит, интересно? Тихо. Не, не догонит. Давай. Да, отлично, 25-я ступенька, ребята. Ну, тут чисто если реактивка еще выпадет, тогда, да, еще понимаю. А, кстати, остается 3 секундочки, я уже дальше не поеду. 25-я ступенька у меня, и... Да, время вышло. Мы переходим на 8-й раунд, я спауню 3 тачки. Так. Сян. Чи-сян! Отлично. Неплохо. Так, вторая. Неплохо. А он не поднимается, этот монстр, понимаю. Так, и Пристера брать не будем, это мы не будем. Ну, короче, возьму чит я по-любому. Так, у тебя получается... Маслкар и Мерседес. Да. Окей, время я аннулировал. Че, погнали? Давай, поехали. Пробуем. Да. Посмотрим. А че не вперед? Ну, попробуй еще раз. Почему бы нет, как говорится. Попытка не пытка. Да, понимаю. Не забирается она. Попытка не пытка. Пытка ее пытка. Так, тихо, аккуратно. Слушай, я, мне кажется, даже проиграю на чите-то. Потому что ты прям... Но... Ну, подожди, пока я забираюсь. Не, пока забираюсь. Так, давай, давай. Так, 10-е. 11-е. Нормально, 30 секунд позади. А, сильно отлетело. А ты уже здесь. Остается не так много раундов, к сожалению. И... Хотелось бы отыгрывать баллы, которые проиграл в предыдущих раундах. Так. Ты уже опять ты здесь. Ты в прошлом неплохо отыграл. Да, кстати говоря, 9 баллов, но у тебя там было побольше. Ну, кстати говоря, если еще и с экстра, то да. Кажись, мы наравне, по идее, должны быть сейчас. Да не забирается. Ну ты серьезно, что ли? Молодой. Ну-ка. Все, отлично, 14-я ступенька. А, все, минута 0-1. Минута 0-1. 14, у тебя была 15, получается, к этому моменту. Итак, ребята, я спавню две тачки, ты, получается, точнее, 3. Офигеть. Неплохой так-то у тебя. Да, бонус под конец, считай. Так, а что еще по тачкам? Серьезно? Нормально. Серьезно, и Маруся. Это будет больно, потому что вы сами понимаете, почему. Поехали, время запустил. Пробуем. Давай. Как бы пробуем. Ладно, Майбах. Хотя бы баллов 10 дай мне, Майбах. Отлично. Хотя бы 10 баллов, Майбах. Офигеть, ты поехал. Понимаю, ладно. Задница, что покажешь нам? 6 баллов. Капец, ты сейчас отыграешь. Блин. Ну, все раунды какие-то крутые тачки. Все раунды какие-то крутые тачки сыпят. То ли тебе, то ли мне. Ну да. 35. По экранному времени. Но ты давай, ну хоть чуть-чуть заедь ты. Ну же. Ну пожалуйста. Ну 7 баллов. Да. Ну каждый балл на счету сейчас. У меня 16 на самом деле. Да все уже. Едет. У меня не едет 7-я у меня получается. 17-я, у меня... ебой. Точнее, 6-я ступенька у меня, у тебя 17-я, 11 баллов сразу. Ну, 56, 57, 58, ну да, все, 16-я и 6-я. Переходим к 10-му раунду, спауню 2 тачки, так самолет не считается. Что там у тебя? Хрень какая-то. А, понимаю, прогрузилась. О, Бентли, чит? Альфа Ромео, что это такое под конец? Просто тебе прям на... Мне или тебе? Да, насыпало. Поехали, пробуем. Давай. Альфа Ромео чит. Чит такой посредственный, как видишь. Особо ну, далеко смотри. Он не забирается. Ну да, Альфа Ромео, ты серьезно? Ты видал, что происходит? Ну хоть так заехала. Ну чуть-чуть. Да чуть-чуть, да, есть. Да блин, давай ты хоть чуть-чуть пытайся. Давай, 10-й, точнее, раунд. Останется там 3 раунда. Блин, я даже не знаю, как тебе выиграть-то. Если мне не будет сыпать хороших тачек. Ну ты тоже какие-то, я вижу, проблемы испытываешь. Это вообще не очень поехал на самом деле. Ну такое, слушай. Давай, 6-я, хотя бы 7-ю ступеньку. Ну давай ты. Да что творишь ты, Альфа? Что ты позоришь ты меня? Ты что меня позоришь? Поехали. У нее силы вообще нету забраться, понимаешь? Она тупо не может. Я там поехал. Она тупо не может. Слушай, ну, время заканчивается 57, 58, ну, ясно. 59. Все, 10-я у меня 6-я. 11-й раунд у нас на кону, и спавню 2 тачки. О. Это не чит.
Где-то я это уже видел. Стоп, это... Раз, два. Это нереактивный, блин! Ты прикалываешься, что ли, Вась? Да я сам в шоке, чел. Тебе не надоело-то, а? Откуда такой дроп? У меня такого отродясь не было. Поехали. Поехали, пробуем. Подвеску поднять. Броню убрать. Ну-ка. Гэддер, давай. О, спасибо. Вау! Спасибо. Спасибо, понимаю, но тоже неплохо. Так, а еще дальше поедешь, интересно? А ну-ка, давай попробуем. Давай-давай, попробуем. Мне кажется, он летел. Ну, летел. Можно еще раз? Давай еще раз по новой, братанчик. У тебя и так там много баллов. Давай. Че тебе терять-то? Че тебе терять-то? Капец, седьмая ступенька, что-нибудь. Короче, ладно, хотя бы еще одну. Сейчас мы кое-что сделаем. У меня есть тактика. Какая у тебя есть тактика? Тактика галактика. Отлично. Блин, я буду так долго делать. Я буду так долго очень делать. Капота перетаскиваешь, что ли? Да! Я тебя сейчас перетащу капот, алло, дядя. Да блин, да все время вышло, я тупо не успел. Да, и не поехал бы. Седьмая ступенька у меня, у тебя там что? 13-я, да. Предпоследний раунд, спауни две тачки. Так, Range Rover, вторая. Ё-моё, серьезно? Ты визи! А, ну у меня почти то же самое. А что еще у тебя? Поехали на маленьких? Мотоцикл не считается. Поехали! Какого хрена? Это что такое? Это как это вообще? Как назвать-то? Ладно, в предыдущих двух сериях мне хотя бы везло. Тут что-то, да, как бы... Не завезло, знаю, мягко говоря. Не знаю, как назвать, братан. Тебе скинуть тебя исходник? Да, скидывай, братан, скидывай, если я выложу, ну, пожалуй, на канал. Тебе скинуть исходник, я понял, ладно. Так, ну седьмая хотя бы ступенька, хорошо. Но пока экстрабал за мною, это меня радует. Но мне кажется, даже 10 баллов этих не особо так как-то повлияет на исход. А окончательный по баллам, но подожди, восьмая ступенька пока что, 43 секунды уже позади. Ну давай ты, поехали как-нибудь. Ну же. Сложно. Сложно, невозможно. Давай. Давай. 55 секунд. 56. Все, я на 13. Ну все уже получается. Восьмая ступенька. У меня у тебя 13 получается. А! Да. Но я заехал, но время уже вышло. Ну и заключительный раунд. Я спауню две тачки. Шкода. А что еще? А, это мотоцикл. Это не считается, да? Или считается? Ну да. Ну как байк отображается. Сам решай. Ёб твою имя. Мерседес. Что? Ты серьезно? Ты серьезно? Да пошел ты за своим крабом. Просто я сейчас посмотрю, короче, смотри. Я даже не буду смотреть, что там происходит на экране. Раз, два, три, четыре, пять раундов подряд ты вытаскивал, понимаешь? Пять раундов подряд. Это нереально. Это очень жестко. Просто под конец рандом реально перестроился. Ну. Седьмая. Охренеть. Понимаю. Ну-ка. Будет еще что-нибудь, а ну-ка. Я понял. Ну еще раз. 35 секунд позади. Короче, мы чисто ради интереса. Ага. Ага. Да, прикинь, еще бы на следующем раунде мне бы выпал мустанг читерский. Кстати говоря, твой. Да, чуть-чуть не хватило, но раунды у нас уже закончились. Ну ладно, у меня седьмая ступенька, у тебя там какая? 15, как я понимаю, да, 15. Ну и почитав количество баллов, у тебя аж целых 168 баллов. У меня без экстра 126, с экстра 136. Ну что ж, друзья, в этой серии Дони повезло, он зарабатывает победу. А на этом мы прощаемся. Всем огромнейшее спасибо за просмотр, всем удачи, ребята, и всем пока. Пока, ребята.